Концертная программа под названием «Звезды пьедестала» пройдет в субботу в Центре культуры Подмосковья. На сцену выйдет множество участников, победителей турниров, фестивалей и конкурсов, которые заняли призовые места в прошлом году. Самые яркие звездочки Пироговского очень нуждаются в вашей поддержке. Ежегодная выставка о Холокосте открылась в Мытищинском историко-художественном музее. Она проводится совместно с еврейской общиной округа. На экспозиции представлены документальные материалы, фотографии и письма узников концлагерей, освободителей, военных медиков и героев войны. Увидеть и прочитать их лично можно на выходных. Организуют мероприятия в Мытищах и для спортсменов. Все выходные в Центре единоборств будет проходить первенство городского округа по боксу среди юношей не старше 16 лет. Начало в 13:00. Поиграть в волейбол можно на чемпионате Мытищ. Соревнования среди мужских и женских команд пройдут в спортивном комплексе «Дружба» в 15:30. Не пропустите! Провести вечер субботы культурно можно в Театре драмы и комедии «Фест». Там состоится просмотр спектакля «Эскиза. Настоящий инспектор Ха». Постановка инициирована актером Сергеем Хопровым, который таким образом приглашает зрителей и коллег отметить свой 50-летний юбилей. В 15:00 в воскресенье в культурном центре «Леонидовка» пройдет концерт с участием ведущих творческих коллективов округа. В программе любимые композиции отечественных авторов о России, Подмосковье и песни из популярных кинофильмов 70-80-х годов. В воскресенье не упустите шанс получить пару советов по катанию на лыжах на мастер-классе с олимпийской чемпионкой Натальей Коростелевой. Он состоится в 13:00 в Мытищинском лесопарке. Выбирайте мероприятие себе по душе и участвуйте в жизни округа.